Позитивная сторона Латвии. И сегодня мы поговорим о Делфи и о лжи, которые есть на Делфи. Значит, смотрите сюда. Открываем статью, первая страничка. И начинается, смотрите, после массового вторжения российской армии на Украину и идет внушительная вставка, понимаете, вот такая вот пропагандочка. А дальше, смотрите, впаяивают мою фото. Так вот, ребятушки, никогда я не говорил о войне Украины и России, тем более в ключе того, что я что-либо поддерживаю. Читаем внимательную строчку. Не дремлет и те, кто на постоянной основе занимается формированием образа Латвии как неустоявшегося государства. К примеру, некий пользователь Фейсбука. И вот он, этот чувачок. Это значит я, правильно, да? Ну а теперь внимание, смотрите. Во-первых, заголовок «За отмену обязательной военной службы». Голосуем распространение ролика. Итак, любой родитель не хочет, чтобы его сын шел в армию, и я считаю, это нормально. Не дремлют те, кто на постоянной основе занимается формированием в Латвии плохого образа? Тушки, заходим на мою страничку, смотрите, избранные фото этого парня. И сейчас мы его посмотрим, семейные фото, и вот, пожалуйста, это то, что стоит на моей аватарке. Ну что ж, друзья, зайдем на мой канал на YouTube и посмотрим, как я формирую это плохое мнение о Латвии. Нажимаем на главный ролик. За этот вид, ну готов многое отдать. Вид не на обратите миллион, внимание, друзья. Какой флаг за моей спиной. Мы поднимались сюда вместе. Мы из Латвии, и латыши, и русские. И, как многие говорят, там какой-то раскол у нас в обществе. Вот мы вместе сидим. Я прав? Парейзя. Скажи что-нибудь. Мы из Латвии. Латвия штаут укрепал. И мы один народ, и между нами нет никаких разногласий. Видите, под каким флагом мы поднимаемся. И политики, если у вас есть какие-то вопросы, если у вас есть интерес этой качки, русские, латыши и так далее, вы, может быть, все саймом соберитесь и поднимитесь сюда вместе, как мы, налегке. Я думаю, все вопросы решатся сами собой. Теперь смотрите сюда, у меня здесь целых роликов огромный плейлист, где я рассказываю о Латвии только в позитивном ключе, рассказывая самые приятные места в Латвии. И каждый из этих роликов начинается вот как. Традиция реклама самой позитивной страны Евросоюза Латвии. Старая Рига, Аголская базилика, Пилтрунтовский дворец, топ достопримечательств Латвии, наша кухня, наш напиток. Вы сами можете зайти, убедиться, и здесь около 1000 роликов, рассказывающих о том, что Латвия самая замечательная страна. С вами Владимир, а это значит, каждый камешек, который вы видите, символизирует душу латыша. И это наше латышское место, где в памятные дни для Латвии мы собираемся и каким-то образом его отмечаем. Об этом месте немного позже, потому что надо рассказывать немного больше и понять философию этого места. Именно поняв философию, вы поймете наш этнос, наш культурный латышский код. А он существует. Это история не одного ролика и история, наверное, которая будет в следующий раз. Вот, я надеюсь, что вас убедил. Ребята из Делфи, я жду от вас извинений. И убрать вот это вот говно, которое вы написали в мой адрес.